Здравствуйте, меня зовут Элайда Тоан. Я учусь на кафедре архитектуры интерьера и экологического дизайна. Я участвую в управлении проектами кооператива по разработке и управлению студенческими инициативами Austin Tech при Техническом университете Austin. Наш кооператив был создан в 2020 году. Наша цель – получить проекты, используя знания и опыт наших студентов, реализовать эти проекты и предоставить им источник дохода. Внутри кампуса у нас есть офис, принадлежащий студенческому кооперативу Технического университета Austin, расположенный на 4-м этаже. В целом, мы там собираемся и обсуждаем наши проекты. Также мы проводим встречи в нашей социальной мастерской. К нашему кооперативу могут присоединиться все желающие студенты Технического университета Austin. У нас нет каких-либо ограничений. Как кооператив, мы организуем собрания и семинары в течение всего года. Совсем недавно мы организовали семинар, на котором мы обсуждали проект занятости молодежи. Самая обширная деятельность, которую мы проделали в течение года, это наша работа, проделанная для создания нашего сайта электронной коммерции. Наш кооператив вносит свой вклад в дополнение к текущим знаниям наших студентов. Я также улучшила свою предпринимательскую продуктивность благодаря кооперативу по разработке и управлению студенческими инициативами Austin Tech. Мой самый большой совет моим друзьям-студентам, которые присоединятся к кооперативу по разработке и управлению студенческими инициативами Austin Tech, активно участвуйте во всех мероприятиях, проектах и аналогичных событиях, которые мы организуем. Желаю успеха всем друзьям, которые будут сдавать экзамен. Мы ждем вас всех в кооперативе по разработке и управлению студенческими инициативами Austin Tech.